посмотри на его глаза. Полмиллиона! Ребята, всем привет! Прямое включение КентПК на проводе! Прямо сегодня я затроллю ТикТака прямо у него на стриме. Я ему задоначу 1 миллион рублей. Но есть одно небольшое но, то что это будет фейковый донат! Ну что же, ребятки, если вы ждали эту долгожданную рубрику, прямо в эту секунду прожимаем лайк! Обязательно подписываемся и пишем любой хороший комментарий. Это обязательно. Ну что же, а мы, ребята, отправляемся на стрим ТикТака. Давайте послушаем, что он там говорит. Так, короче, блин, давайте реально, может, скрафтанем. А он сейчас собрался делать Nameless Craft. Но ничего, ребятки, мы еще ему немножечко помешаем. Если что, на сегодня меня зовут Ветали. Ха-ха, не спрашивай, почему такой ник. Просто смешное имя. Ветали, ха-ха-ха. Так, ребят, первый донат будет таким. Приветик, так, я ухожу из стендов 2. И я решил тебе отдать все свои деньги. И кидаем ему первый косарик. Ну и в конце нажимаем волшебную кнопочку отправить. И вуаля! Фейковый донат отправлен! Смотрим реакцию ТикТака! Плюсы в чате были. О! Донат пришел! Так, я хожу из стендов 2 и решил тебе дать все свои деньги. Ветай, брат, спасибо! Нифига, 1000 мне отдал. Ты, походу, все его деньги. Брат, спасибо за 1000, родной. Спасибо, родной. Братан, а это только начало. Ветай, родной, я в честь тебя делаю крафтик. Мах 10 руби. Если выпадает, я буду орать Виталь до. Спасибо, Виталюшки. Дорогушки, ты мой. Ох, ребята, ТикТак повелся. Вроде бы как он ничего не спалил. И это самое-самое главное. О, что там делает? О, Ютуб, это все шутки. Поэтому, ребятки, вперед им отправлять второй донатик. Ну а следующий донат будет таким. Тик-так, ты знаешь, я самый богатый в классе. Передай привет моему брату Махмутычу. Махмутыч, блин. Я извиняюсь перед всеми Махмутами, просто у вас немножко смешное имя. Так, все, ребятки, кидаем фейковых 5 косарей нашему пинчу волосатому. Отправляем! 5 косарей! 5 косарей! Ветер, брат, спасибо! Тебя, когда знаешь, что я сам богатый в классе, передай привет моему. Представьте, его лицо, когда он знает, что это фейк-донат. Махмудыч, привет! Спасибо за 5 косарей! Ветер, брат, спасибо! Говорит, самый богатый в классе, братик, спасибо! 6 камней задонатил сегодня. Виталюшкин, это в честь тебя. Патрона нету, а будто патрон есть. Осуждаем! Это все шутки. Виталюшкин, дорогушкин, ты мой, спасибо, спасибо. 6 косарей за тебя. Спасибо, брат. Спасибо тебе реально огромное. Ох, как же он рад. Передал привет Махмутычу. Так, ребят, ну ж, потихонечку, помаленечку отправляем ему следующий донат. Я вот сижу и думаю, как будто, ребята, тухляк. Давайте немножко завезем контента. Порви футболку ради меня и Махмудыча. И кидаем фейковых 10к. О, блин, ТикТак. Я надеюсь, ты на меня злиться не будешь, когда узнаешь, что это все был пранк от КентПК. От твоего лучшего друга на секундочку. И кидаем, ребят, 10-ку. Ах, ща ТикТак будет рад. О! Ветали, брат! Дайте мне гриб. Дайте мне гриб. 10 косарей! 10 косарей! Порви футболку ради меня и Махмудыча! Ветали, братишка, 10к! Походу у нас спонсор на второй крафт появился! 10 косариков! Ой, блин, ребята, я не знаю, мне максимально неловко! Блин! Понимаете, что потом просто представьте его челюху, как она у него вылетает, когда он знает, что это пранк. Порву футболку и делаем крафт. Ветер, спасибо! Рву ради тебя футболку! И этот крафт, Ветер, я посвящаю в честь тебя! Спасибо, брат, спасибо! Ради меня и Махмудыча. Не забывай про Махмудыча. Здесь футболка рядом. Грязная, правда, немного. Правда, немного грязная. Блин, это новая футболка. Ради Ветеля рву футболку и делаем крафт. Это новая хорошая футболка. Крафт под рвание футболки. Все готовы, плюс в чате поставили. Все готовы, плюс в чате поставили. Я рву футболку и делаю крафт. Только в чате пишите слово руби. Не пишите слово, не пишите только слово. Ребят, как думаете, что там в чате пишут? Надеюсь, никто меня не спалил. Проверяем, проверочка, проверочка, что в чате пишут. В чате пишут, давай, давай, маг 10, руби, 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 чарм. Идеально, никто меня не спалил, ура. Потому что меня обычно все время подобных троллингов сразу палят. Ой-ой-ой.
Рву футболку, спасибо за 16 косарей, Виталь. Рву футболку и делаю крафт. Пацаны, все в чате флудим слово маг 10 рубий. И я открываю. Не надо писать слово чарм, понятно? Если вы пишете слово чарм, мне может реально выпасть чарм. Спорим, все в чате пишут слово чарм. Ну, примерно 50 на 50. Чарм, чарм, маг 10 рубий, чарм. Что там у него происходит? Он футболку не может надеть. Вау, я упал. Ёп. Упал! Ой, ребята, надеюсь, вы готовы. Виталь, брат, ты топ! Виталь, брат, ты топ! Ютуб, это все шутки. Ему хорошо, ему хорошо. Виталь, брат, ты топ! Ты топ! Ну, ребят, я считаю, Тик-Так идеально справился с этим заданием. Он смог порвать футболку. Я думаю, мы, ребятки, можем ему кидать следующий донатик. Ну, а следующий донат будет довольно-таки интересный. Я не бедный, Мерсендофи несколько миллионов. За один керголд я поставлю за 200к, там будет мое фото с щелкой. Но есть одно небольшое но. Этот керамид голд выстоит не Веталь, а Кент. АПК. Поэтому, ребятки, переходим в стендовчик и выставляем. Меняем ник на Веталь. Веталь. Ага, сики. Дальше меняем аватарочку. Сейчас, ребят, будете орать. Блин, какой угар. И выставляем ровно за 200 косарей кирголд на рыночек. Так, все нормально, все поставили, ребята. Чики-бомбони. Веталь на рыночке, Веталь на рыночке. Ну а теперь, я думаю, мы можем отправлять донат Тик-Таку и смотреть его реакцию. Погнали. А он уже крафт собрался делать. Крафт не делай, мужик. Опа, донат пришел. 20к! Это рофл? 20к рублей! Веталь! 20к рублей! Я не бедный, у меня в стендофе несколько миллионов! Зайди на кирголд, поставлю за 200 тысяч, там будет моя фотка, фото с тёлкой. А, с щёлкой! Братан! Подожди, стой, 20к он мне подарил! Зайди на кирголд, за 200к он выставит. Это ты, брат? Братан, ну фотка смешная, фотка смешная. Отмени, я не верю, потому что это ты. Веталь, брат, отмени. Давайте отменим, я сейчас отменю, сейчас отменю, сейчас отменю. Это керголд или нет? Веталь, реально, смотри, Веталь. Веталь снял этот предмет с продажи. Это реально Веталь. Веталь, брат, спасибо тебе огромное. Он мне уже закинул 1040. Брат, ты реально богатый. А у тебя есть маг 10 рубий? О, он хочет маг 10 рубий. Но он как будто меня сам байдит на следующий очень смешной донатик. Всегда хочет маг 10 рубий. Он его получит, поверьте вы мне, получит. Следующий донат будет довольно-таки забавным. Я пишу. Выставляй скин за 200к, для тебя не жалко. Тег 9, туй-дуй. Вместо тай-дай. И, ну, так сказать, Тик-Так же хочет, если маг 10 рубий. Вот, сейчас ему Веталь якобы даст голдишку. Сейчас посмотрим на реакцию. Прикиньте, Тик-Так будет в шоке. Он понял, что Веталь есть деньги, он понял, что Веталь есть керголд. Поэтому я думал, он по-любому повелся на эту ловушку. Отправляем ему донатик. А, грибы сосумания. Я люблю грибы. Я сосу грибы. 20 косарей еще сверху. Веталь, спасибо. Веталь, спасибо. Выставляй скин за 200к, для тебя ничего не жалко, что он написал. За 200к, говорит, скин выставляй. Так, а теперь проверочка. Надеюсь, меня никто в чатике не спалил. Лишь бы в чате никто не писал, что это Кент. Это Кент, вы чё? Зачем вы меня палите? Вот я сейчас себя подвину, ребята, там пол чата пишет. Кент, АПК, это Кент АПК. Ребята, вы чё? Если видите, что кто-то из ютуберов сделает подобный троллинг, никогда не палите меня. Так, ну чё, Тик-Так сейчас выставляет скин. За 200к, ты у меня купишь скин за 200 косарей, брат. Это вообще имба, подожди, Виталь, подожди секунду. За 200 косарей куплю. Куплю скин какой-то вообще максимально с топовыми наклейками, чтобы ты не купил у фейка, Виталь, чтобы ты у фейка, не дай бог, не купил, Виталь, подожди. Короче, знаете, чем придумал? Думал. А давайте так, чатик так выставляет скин, а я ему напишу, что я купил у фейка. Блин, какой Так, стой.
Все, долистали, долистали, пацаны. Выбираем скин какой-то дорогой. Во, вот этот имба, я думаю. Ух, ничего там наклеек. За 200 тысяч. 200, раз, два, три. 200 тысяч голды. Я выставил скин Ветель, брат. Если ты у меня сейчас купишь скин за 200к, Ветель, я... пистолетика с игрушечного вот этого вот. В яичко стрельну, Ветель. Ой-ой-ой, Ютуб, если что, он имеет в виду куриное яичко. Поэтому все нормально. Ребят, там все нормально, не переживайте. Ох, как же тебе так надеяться. Посмотрите ему прям в глаза, вот я вижу. Он, вот как будто он прям сейчас хочет получить 200 тысяч голдишки, но у него не выйдет. Я вам скажу честно, у него не выйдет, потому что... Ну, я бы у него купил бы скин. Но, блин, там на комиссии минус 40 сразу сходу будет. Ну, а вот наш следующий донатик. Ты задолбал. Я не у того купил, я же говорил, не статрей. Вот тебе компенсация. Блин, ребята, я тупо гений. Какой идеальный байт придумал. Отправляем и... донатик залетел. Теперь давайте посмотрим на его реакцию. 50 тысяч! 50-ка! 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 Ветель! Что он написал? Что он написал? Подожди, стой, Ветель! Читай внимательно! А, ты задолбал, не у того купил! Ты гонишь. Не у того купил? Я же говорил, не статрек. Вот тебе компенсация! Он не у того купил, а я статрековский взял, он хотел обычный. Ветель, брат! Ветель, спасибо тебе за компенсацию в виде... Ветель, ты мне компенсацию 50к дал. Ветель, спасибо, брат. Так, а что там в чатке пишут? Проверим, ребят, надеюсь, никто меня не палит. Это Кент ПК, это Кент ахаха, ахаха. Весь чат просто угорает. Он у меня купил, чел пишет. А прикиньте, если кто-то реально купил скину этого чела за 200к. Так, ребят, ну что, погнали дальше троллировать нашего тик-такимуса. Ну а наш следующий донатик будет таким. Выпей аркану с 15 фейблов. И я тебе подарю маг 10 руби. Если не выпьешь, рви трусь. Селя! Блин, ребята, я отвечаю, вот вы всякое видели, но вот такое вы еще ни разу не видели. Ребята, столько. Я надеюсь, тик-так ему готов. Надеюсь, вы тоже готовы. Отправляем донат этой малышечке. Вы со сума не... А, я люблю грибы. 100 тысяч! 100 тысяч! Он мне закинул 100к! Он мне закинул 100к! Он мне 100 тысяч закинул! Веталь! Ха-ха! Посмотри на его глаза. Выбей аркану с 15 фейблов, подарю тебе маг 10 руби, если выбьешь... Если не выбьешь, рви труселя! Ха-ха-ха! Труселя, говорит, рви, если не выбьешь. Ну а ты как думал? С 15 фейблов выбить аркану. Я даже спорить не буду. Брат, столько, он мне уже 1200 закинул. Блин, ребят, знаете что? Я вот не подумал, а вдруг он реально выбьет аркан, ну что тогда делать? Ладно, ребят, будем надеяться, то, что великий стендов, как обычно, будет на стороне разработчиков, и ему аркана не выпадет. И выбиваем любую аркану, мне дарят маг 10 руби, пожалуйста, чуть-чуть. Вы это видели? Ему почти аркана выпала, это было жестко. Аркана, 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 аркана. Понимаете, вот я насколько сильно люблю стендов, тут арканы даже не пролетают. Просто даже не пролетают. Мне должно повезти, бушу на наш чанский. А знаете, где арканы пролетают по-настоящему? Что, братанчик, рарочки не выпадают. А я знаю, как сделать так, чтобы тебе выпадали арканы всегда. Ты залетаешь на булдропчик, дубасишь злого мегалодона, который хочет забрать наши скины, бьешь его, и за это получаешь бесплатные арканы. И вот тебе еще немножко мотивации. Вот, братишка, держи халявную энергию. Дальше, братишка, держи тут халявный сундучок. И тут, братишка, держи дополнительный процентик. Был дропчик, топовый дропчик. Ну что, ребят, вы готовы смотреть на то, как тик-так, ребят, труселя? Не знаю, как вы, но я готов. Давай, родная, пожалуйста, давай, родная, пожалуйста, давай. Ква-ква-ква. Старфол, у меня осталось... Короче, ребята, вы понимаете, что тик-таку ничего не выпадет, поэтому давайте мы вообще по щелчку пальца переместимся на тот момент, когда он будет рвать свои семечки, свои труселя. Дзинь! О, тик-так уже несет труселя! Новенькие со шкафа трусики есть, новенькие со шкафа. Новенькие! Новенькие трусики со шкафа. А как мы проверим, это новенькие или не новенькие? Во, новенькие, пацаны, трусики со шкафа, смотрите, пацаны, трусики. У него дырка! Прям там! Блин, мужик, а как ты их порвал? В таком месте! Шкафчика, пацаны, имба, во! Имба, трусики новенькие со шкафчика, смотрите, имба! А кто дырку сделал? Дырка в трусах, даже на месте!
Так, а что там все в чате просто угорают? Ахахахахахахахаха. Блин, тик-так спалился, спалился, дорогулечки ты наш. Так, ребята, сейчас будет минус труселя, готовьтесь. Это мои любимые трусы! Это мои любимые трусы, мне надо их будет порвать! Это мои любимые трусы, я их ношу каждый день! Это мои любимые трусы! Это мои любимые трусики, мне надо их будет порвать! Давай! Я обещал! Трусы мои любимые! Мне интересно, а что Тик-Так дома ходит в обуви? Тик-Так, брат, что с тобой? Он их надевает? Мама дорогая. Теперь отверстие сзади стало немножечко пошире. Ох, ребят, ну я думаю, настало время финального доната для Тик-Така, потому что этот пранк зашел слишком далеко, прям слишком. Не грусти, бро. Сделай крафт Nameless и выбей маг 10 руби за доначу 1 000 000. Ну, ребят, ну я думаю, можно уже. 500к так на аккурате. Ох, 500к. Вот бы, блин, вот бы настоящий донат кто такой кинул. Я бы был в шоке. Я не знаю, я бы там не только труселя порвал бы. 500к. Грибы. Опа. Посмотри на его глаза. Это полмиллиона. Что? Подожди, стой. Стой. Полмиллиона. Да? Подожди. Да, делай Nameless крафт. Подожди, полмиллиона он мне задонатил. Сделай крафт Nameless. Выбей маг 10 руби за задачу 1 000 000. Веталь, брат, делаю. Веталь, брат, делаю маг 10 руби. Ох, ребята, знаете, что самое плохое? Что если он сделает крафт маг 10 руби, он меня не простит. Потому что этот крафт ему обойдется, ну, 1070-80 голдишки. Поэтому, ребята, я думаю, что сейчас, пока он не сделал крафт, самое время ему сказать то, что это все пранк. А то я даже не знаю, что будет со мной. Если я ему не скажу, что это все шутка, и он сделает реально крафт, и мы выпадем какой-то плохой скин, он меня просто не простит. Комментарии поделились на две части. Первая часть пишет, что это Кент АПК, а вторая часть пишет, что это был строй. Ой, блин, все, ребятки. Я, короче, погнал ему говорить, что это все пранк, иначе Тик-Так мне это никогда не простит. Это все был пранк! Короче, ребята, я только что Тик-Таку сказал, вы даже не представляете, как же это было жестко. Короче, реакция Тик-Така будет у меня в ТГ, поэтому всех жду в моем ТГ-канале. Ссылочка в описании, обязательно подпишись, там будет продолжение. Ну а вы, мои же подписчики, прямо сейчас прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока. На YouTube канал тоже подпишись, не забудь.